Окей. Погнали. Все, ты записываешь? Да. Я сейчас заранее извинюсь, дорогие подписчики Алисы. Я заранее извиняюсь, если кто-то попадется тут ко мне, и я кого-то каким-то там нехорошим словом назову. Не обессудьте. Я могу на эмоциях. Это мало ли, потом будут писать всякую ерунду. Вот такие сики там обзывают, наговаривают. Да не, у нас подписчики Это знаешь, мало ли. Так, на будущее все равно. Все понимают. Все понимают эмоции. Угу. Это вообще специально. Так она. Налево активированный. Угу. По просьбам Никитоса конкретно. Он сказал, почему это? Я понял. Без голоса, да. Да, да. Да, я что-то читал такое. Ой-ой-ой, бьют. Ага, забрали. Так, добил. Ульт. Ай. Бегу, не успею. Ну и ладно, пусть отдают. Вроде бы отдали, да? Добивайте их, да, в центре. Ах ты. Ай-яй-яй, вот ульта, вот она. Ага. Так, меня активировали. Ай-яй, он бьет, на скоростях приезжал. Да, ушел, блин. Такой, нормально. А сейчас меня заберут? В наглую вдвоем у меня. Ой, я даже одного забрал. Нормально, не там мир. Так, они уже повели. Блин, я еще на работе. Не есть, хорошо. Да ну, замедло это, блин, дурное. У них ульт усилен. Да, она в меня. Да, и в меня. Я забрал Сирен. А, Сирен. Сирен. Да, блин. Блин, хочет забрать меня. А, я сейчас влетел. Меня заберут, я в лужу сдохну. Так. Да что такое, уже 800, это да. Что-то мне прям совсем не нравится. Так, все хорошо было. Лево, ребятки, я бегу. Я хилка внизу. Я забыла отключить. Блин, забрал, он забрал ее. Думаю, что не управляется. Вар внизу. И меня магичка поймала. Внизу там они все, по-моему. Да. Бегу. Еще и контрит. Заберут меня, скорее всего. Да, зажгли, блин. Ну ничего. Первый бой. Ничего, да, блин, это что-то пипец. Как-то не то, не пошло. Да. Я нафиг 10 минут тому назад дома прибежал. Ладно, сейчас. А я увидела в конце боя, что у меня авто. Я думаю, что я уезжаю на роликах, куда-то вообще не понятно. Как в прошлый раз, я аж Пэта не покормила, помните? А сейчас покормила? Да, сейчас проверила дважды, покормила ли я Пэта. Последняя пятница мая. Лёля, ты пошёл, я так понял, с этим золочёным костюмом? Да. Решил попробовать. Ой, я сейчас пока вас ждал, думаю, пойду подурачусь, у меня там на 4 билета было. Пошёл тело делать и сделал тело. О, вот нормально, новое. Поздравляем. Молодец. Думаю, нормально. О, как, мне пирата не шло нифига. А тут дошло. Ну ладно, сейчас посмотрим. Дальше пока ресурсов нету. А сейчас... Так, этот... бумчик. Да, бумчик опасный. А? Сейчас вот этот месяц будут сращиваться только два новых сета. То есть... Да, я так и понял. У меня ничего не срослось. Убежали уже. Ну надоел ты мне со своей собой. Нет, так, у них ульт. Да? Я понял. Да, конечно. Они забрали? Да. Так, меня выкинули. Бумчик выкинул у меня ульт. Так, активировал слева Берса. Угу. Бумчика тоже я активировал. Он, по-моему, пошел наверх. Я снизу захожу. Вот он только сейчас активировался. Ага. Ух ты, он только сейчас активировался. Офигел. Так, ага. Я его активировал. Забрать. Так, ульта моя. Угу. А, меня... На, его забрал. И... Зато я хоть отлёг на ульте. Да что такое-то, слушай? У меня ничего не проживает. Ой, поймал меня собственно. Я только резнулся, меня поймал. Ты офигел, тебя будет держать наверху. Текс. Спасибо. Да, ну все равно догорел. Даже навык не успел кинуть. Моя ульта. Угу, ксиста получил. Ах, блин. Бегу. Алис. А, он тебя дожег. Всего. Да, он в этой был, я его в плюс-плюс поймаю. А у него... Я бежал.
Эх, как так? А, блин. Там получил тоже. Момчик, надоел уже нафиг. А, у него время, что стоит, нифига. Ух ты, скинул. У него время стоит, я так понимаю. Два феникса кинул. Ульта лежит. Ульта лежит прям по центру. Забрали? Да, забрала. Я бомбочку заберу сейчас. А, это не это волчар, а не бомбочка. Угу. А почему? О, я перепутал, извините. Все хорошо. Бумчик. Поэтому у них, оказывается, не два феникса у него было, а это на две лучки. Я не правильно посмотрел. Бумчик снизу там. Да надоел ты мне, блин. Ну, теперь будет дожаривать, ну, конечно же. Да подыхать. А, вот так вот. Прекрасно. Сам сдох, но зацепил последнего все равно. О. Нифига, восьмерых. Ну, я стабильно, как обычно, ну, два. Ну, там семь ассистов. Молодец. Сдох, правда, четыре. Ну и ладно. Главный результат. Наш Роберт тоже все время расстраивается. Я говорю, на последнем месте. Не да важно. Не, мне самое главное, чтобы... Бывает иначе. Она нервная. Отдохнет, конечно, у меня очень много. Но я особо-то не лезу, как бы, угу. Килл на скилл. Но все равно. Ага, мид. Нормально. Такая сильная пачка. Угу. У Авроры очень сложно чего-либо отжать. Сейчас посмотрим. Угу. Я застряла в перилах. Как-то странно. Ага. Мит, ты опять решил со мной повоевать? Надоел ты мне. А, ты смотри, развернулась и отдала врата в другую сторону. Гениально. Так, низука пробита. Я контр здесь, в центре. Ой, все, что смог, все сделал. На меня активировали. Одного забрал. И придется мне у тебя с ультой. Ведьма вниз пошла. Так, Мита забрала. Только не посмотрел по ХП, потому что мы сами-то все после уже. Так. Мит меня забрал. Блин, забрала меня. Угу. Ульт они еще не отдали. Будут менять. Ага, с ультой. Справа идет с ультой. На центр. На размен. Опа. Вот она в меня. Вторая ульта в меня улетела. Да. И сейчас меня Мит будет держать. Тыкс. Забрал. Гадина. Он, кстати, на тычку. Направо был мид. Да, блин. Пулавки надоели. Да будешь ты помирать-то? Надоело уже. Так. Бегу. У меня ульт. Ага. Подкинул тоже ему лужицу. Отлично. Так. Оп-оп. Хилка возьмите. Ой, прости, надо было тебе отдать. Не надо, нормально. Да, блин, шары меня достали. Да, плотно идем. Так, ульт, не могу зайти. Ульт меня забрал. Меня забрал. На скоростях. У меня ульта. Миш, сверху хилка. Прошла, так, сверху скользко, хилка. Скользко прошла. Сверху сильно. Хил. Направо пошли и наверх. А, блин, убежала. Молодцы. Ой, хорош, поймали. Я специально заходил наверх, через центр пошел. О, ровненько. Ой, я делаю успехи, нифига себе. Все классно. Ровненько, да. Супер-пупер. Да, вообще огонь. Пусечка. У нас с понедельника наконец-то тепло. А тут с понедельника или сегодня тепло уже? С понедельника. А, но сегодня нет. Уже было. Но всю неделю жара. Сегодня была очень интересная погода. В куртке жарко, в футболке холодно. Ну да, у нас в Питере, по-моему, у каждого есть летняя куртка. Вот именно летняя куртка, да? Аус, фура. Ох, Хивен. Завтра 13. Хивен мне попадалась в 3-3. Не помню, кстати.
просто помню, что попадалось. Завтра 13, кошмар, да. Завтра у нас 13. Так завтра в Ленобласти по области до минус 2 ночью. Вот так. Обычное питерское лето. Блин, поймал меня своим плюсом. Ай-ай. Ульта у них нас? Ага, в нас. У них, я понял, у них, я понял, в меня улетела ульта. Так. На касание ведьма. Наверх пошла. Так. Не догнать. Оп, сейчас догнала. поймай меня. Сейчас. А, все, ты забрала. Угу. Ну почему я кинул плюс-плюс, ей пофигу. У меня ульт. Меня сейчас заберут, забрали. Пробился внизу Берс. Реванши его меня. Бегу на низ. Да, блин, лужку подкинул один. Да что ты, ну. Оп. Забрался на фору. Не забрать ульт. Я только что оттуда отпрыгнула. Я видел. Она стояла одна на ульте. Ну, посмотри мое видео. Хоть раз в жизни. Нет. Хоть раз в жизни уже смотрел. Не поймал. Да ё-моё. Так, контры. Спасибо. Так, поймал. Ага. Да что-то они там решили, там двое, по-моему, налететь на тебя. У Синфора ульт. Они на ульт пошли, да? Ага, ульта у них. Во мне ульт. Синфора на касание. Просто бред какой-то. Ох ты ж, телепорты хорошие. Да ну как так? Блин, Максим. Ай, заберу вас, нет. У Синфора нет. Нет, ничего, у меня нет у меня. На натычку. Ты на тычку, ты налево? Да, мне надо. Я думаю, телепорт поставила, блин, не пройти мне туда. Нужна помощь. Поймал. Берсы. Так, правильно забрал. 11 секунд, бегу к вам, но... Я так понимаю, мы совсем плохие все. Ай, поймала меня, блин. Все равно, запас есть, запас есть. Все хорошо, да, я убежал, все хорошо. Все хорошо, все. Миша, молодец. Видишь, у тебя что-то пошло не так. Да, раз в год и палка стреляет. Это нормальное явление. Сейчас в следующем бою подожди. Раз 5 сдохну. Все будет хорошо. Короче, предел нормальное русло. Ну, на вы самом будете деле... по 6-7 килов делать, а я буду дохнуть. Не было такого, не помню. Я помню, как я 6 раз дохла. Нет уж, теперь моя очередь. Твоя далее очередь. Да, на прошлом ГВГ я. Ну вот, пожалуйста. Да? Фокс. Так, а у нее ульту бесполезно, да, забирать? Да, и у Шоквейва тоже. Миша, у тебя такой классный комментаторский голос. Да, прекрасный вообще. Да? Вообще, просто Гусев отдыхает. Пойду в дикторы. Закончу карьеру, пойду в дикторы. А я никого не поймал из них, но плюс-плюс. Мне это не нравится. Сейчас, Алис, подкину, попробуй, блин, лужу. Подкинул. У меня ульт. Взяла? Да, светок пробита. Я успел уже тормозить. Спасибо. Но только сейчас... Оп. Пустая. Я с тобой здесь. Сейчас мы его активируем. Так, дизок активировано. Я с тобой. Тут. Ну что, он не дохнет, я не пойму. Не-а, не хочет. Офигел, что ли? Ну вот, наконец-то мы забрали его. Ну я, правда, сам активировался уже. Я тоже почти активирована. А у нее руна, скорее всего, она еще сыграла. Ай, сдохну. Вот, ну почему, когда я прихожу сюда в магазин, я всегда дохну. Всегда. Мне не показали, как она выпустила ульт. Мне показали. Мне нет. Ну что, вот я сейчас сдохну, ну ё-моё. У меня блок не прижимается.
Ну, что такое? Вот именно с ними. Да. До этого все прожимало, сейчас нет. Что опять случилось? Поймал. Хорош, забрали мы пингарьку. Помог. Спасибо. И лужу подкинуть в центр. Забрали все равно, да. Давай, сейчас меня будут дожигать. Дожгли. Дизо. Там Светлокс, по-моему, бегает наверху, и мне кажется, она совсем в касании. Ай-ай. Ай, в центре, меня тоже притянули, я с тобой вместе. Ай-ай. Блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ульта. Угу. Ты убежал, да, от ульты? Молодец. Да, я убежал. Хорошо. А они тут вдвоем, я одного забрал. Так. Второго не смогу забрать. Блин, помоги. Ай, молодцы. Спасибо огромное. Спасибо. Они вдвоем на меня налетели. Не осталось там четвертина, в принципе. Ой, да. Спасибо огромное. А то сейчас они меня забрали бы. Это у нас 12. Вот 16. Не стыдно, вдвоем налетели. Ну что ж так? Что я плохого сделал? Молодцы. Просто умнички. Да. А в среду мы, по-моему, проиграли тогда довольно-таки легенько. Да, если не ошибаюсь. Была. Нет, вру, у нас 700, у нас, по-моему, 700 было, а у них 1000. Эти ребята жестче. Ребята, да. Да. Да, тут вообще без вариантов. Пинг-пати. Пытаться ульт брать, тут вообще, да. Да. Ну, мы попробуем. Даже непонятно, кто кинг заберет или кара, кто из них. Нет, кинг, скорее всего, заберет ульту. А может быть и Иванов? А мне кажется, в последнее время как-то у него не особо-то спин. Вот как он меня притянул? У Кинга как-то поинтереснее. Вообще. Я не знаю, пусть они обижаются, не обижаются, у меня такое ощущение, что они играют на полавто. Да, они так играют. Ну, честное слово. Нет, ты что? Конечно же. А то потом будут говорить, что нет, мы чисто играем. Я, конечно, не хочу наговаривать. Играют. Правда, неправда, но такое ощущение, да, так получается. Ага, меня притянули. Так, ульту выкинули, да? Да ты сдохнешь ты уже, Иванов, надоел. Кара там пробита, ребят. Угу. Бегу. Вытащу. Все, я сдохну. Ульта лежит. Иванов получил. Я вытащил, но дальше сам сдох. Ой, надо же, контр как прилетел. Удивительно. Блин, я встану. Да, и ульта в меня. Отлично. Вдвоем, да, в воздухе нормально тогда жали. Ой, как мы влетим хорошо. Так, кара на касание. Блин, ульта лежит у меня прям. Прыжок не сработал, нифига. Я с тобой, с тобой. Я с тобой там был. Кинга я ульт подскочил. Кинг только активировался. О, да, меня забрали. Ну Иванов. Все, я в ульте. Ну что-то прям совсем они нас легко. Да. Гори вообще ужас. Да. О, я красавчик. Молодцы, классно они играют. Чё? Я молодец. 0-0-4. Да? Я что, даже не посмотрела, что там, молодец, что ты наделала? Я 0-0-4, не, вообще жесть, вообще без вариантов. Просто ад. Лёня, ты больше не пойдешь со мной? Он пошел, наверное, костюмы снимать. Не, я пошел Пэта переодевать. А, Пэта пойдешь, другого возьмешь. Да. А ты сейчас с кем? А, на атаку? Атака и пробив. А, в этом взял на сабор. Угу. Тоже думаю, походить попробовать. У меня есть ПВЕшный, правда, этот Пэт. С критом, крит шанс и пробив. Ну, пробив десятка. Замечательно. Но крит шанс мне там не нравится совсем. Ну, вот у меня такой Пэт. Пробив и крит. Mm-hmm. Но там тоже очень высокий. Пробив, поэтому я боюсь. Мне не дают лошадь. Мне не дали кролика, мне не дали лошадь. Я бегаю с совой. О, как? Угу. Ее сейчас меня не видно, но я с совой. Вообще, конечно, весело. Ну, Дарка намекает тебе, что вложи денежку, и все да, будет нормально. Да, всего-то 1500 каких-то. Да. Это всех бывает. У всех заходит там туда-сюда, и костюмы, и питомцы. У меня ни в какую не идет. Думаю, ну как так-то, блин? Когда крылья вот эти тоже были, то... Ну, месяца три назад, наверное. У всех все нормально, крылья. У меня еще старые. Только новые появляются, я нажимаю на бесплатные крылья, он мне хлоп дает сразу. Думаю, да неужели? Ну, главное, что вообще дают.
А так все намекало, типа, вложи немножко донат, и все у тебя получится, все будет хорошо. Но что-то не хочется. Да как, принципиально просто. Смысл? А если у бета ничего хорошего не будет, как бы, ну... Тем более. Ну, оп, с ультой. А не скинул, наверх ушла на касание ведьма. Ну, больно бьет, блин. Запнулся. Направо пошла она. Так. Отстань, дожог меня, дожог. Так, а я никого не забрал, да, еще? Сейчас бегущий поставлю стан. Ульту заберете? Наверное. А, все, вижу, вижу, вижу. Да, забирай. Да, да. Все, я выкинул все, что есть. Хорошо. Оп, забрали меня. Надо людей даже спасать. Блин. Не успел. Немного как-то косо меня стреляет. Не понял опять этим. Орагорна. С захватом. Орагорна. А, меня забрали. Так, я, по-моему, вообще никого не убил. Как обычно, себя последний килл должен сделать. Попался? Нет. Он с ультой мне друг. Он на низ пошел в вар. Так, промахнулся я? Сверху, а у меня брутально. Ну, я же говорю, последний килл. Я же сказал. Один, но в конце. Ну, точно же. Вот она. Ну, ладно, главное. Просто, о, Арагорн сейчас сыграл, как я в предыдущем матче. 0-0-4. Окей, я не одна такая. Хорошо, это дает мне надежду. Как мы вот с этими ребятами? Вот так вот играем. А с предыдущими ребятами... Все наоборот. У меня не нажимается ничего. Ага, вот то же самое. Одну секунду, я здесь перезайду, что-то у меня как-то давай, вы немножко давай. Заикаетесь. Давай. Сейчас попробуйте зайти. Такс. Ой, господи, обожаю пятницу вообще. Да, пятница это... Да, пятница и целый день. Угу. Лучший день недели. О, булсай. Он не на луке? Он же раньше на луке вроде бы, да, был? На луке был вроде, да. А это страж. Угу. Вот кидает свое замедло, это дурное. Кинул уже. Я его поймал. А... Не вижу, сколько снял. Да, я его активировал. Он на центр пошел. На касании. Страж. Ага, все, не вижу. Ульт. Да, все пробиты. Все пробиты. Да, блин. Бежала. Ну что ты вышла с плюса так легко? Такс. Заберите ульту. Не могу. А то там вар стоит. Мы все на касание. О, Амунре ульт. И я помер. Стоял на ульте и помер. Привет, Сафарчик. Ой, как ты хилка. Сегодня рано. Направо хилка есть. Блин, забрал ее, страж. Сафарчик, привет. Приветствую, как у вас? Все идет по плану? Да, все хорошо. Ну, чуть-чуть мы задержались. Ульта в меня. Как обычно. Мы еще до сих пор не привыкли на первый час, что вовремя были. Да, Ленька сегодня на работе просто задержали. Ой-ой-ой, контрит какая. Нет, ну последний, ну не знаю, вместе а я всегда падает. Меня застанили. Да, сорян, прости, пожалуйста. Так, снизу хилку я забираю, потому что она... Забирай, да. Меня забрали. А чё это, не знаю, что так быстро догнали, я не понял. Вели. А они берут ульт. Ну, они неплохо ага. Так справляются, хорошо. Да фиг им, они ульт. Да что ты опять... Надоел этот страж, из подтяжка бам, и побежал. Да опять... Ульта. Вышка, иди в пень. Ой, ты не выдержался. Дожать там стража? Ой. Ага. На центр пошел, нет. Что-то у меня сегодня... Лук здесь. Все телепортит. Сейчас прибежит страж. Слева хилка. Ульта у них? Их, по-моему, я так понял, да, опять выкинул меня ульту. Мимо. Тебя чуть-чуть по касательной так.
Угу. Задели, но не сильно. Оп, поймали все-таки стража. Угу. Да, бегал как-то очень много. Но у меня пару раз поймал, хорошо, и завалил, по-моему. Какие все? На 4, 6 и 5. Они, наверное, с пробивом, наверное, играют. Ой, мне бы тоже попробовать с пробивом, но я буду 43, наверное, или 45. Не знаю, как ты знаешь, я пробовал. Вроде и бьешь как бы больно, но и с одной тычки пол хп у тебя улетит сразу же. Мне как-то не особо нравилось. Угу. Не, ну, может быть, если пинг был бы там в десяточку, то, конечно, можно побегать с пробивом. А так как у меня 80, это куда там бегаться? Просто быть мешком для битья. Ну, ты потеряешь плюс-плюс скилл, то есть ты будешь его намного больше наносить. Да. Вот это вот самое-самое обидное. Это ужасно, да. Сейчас весело как будет, а? Так, кто на ульту? Кидаем монетку. Я! Скорее всего, пойду я. Отлично. Пусть они меня там рвут на части. Уже броня. Буду ждать. Не идут на ульту пока. Буду ждать. Да начинается, конечно. Воздух подержи меня еще. Молодец. На тебе лужу. На. Так, у массакры. Кто-нибудь есть пробитый? Нет. Да меня еще дожгут. Угу. Нет, меня пробили быстренько. Даму. Ульт все еще у них. Тебя, брат. Пробитая внизу, мамаля. У меня только врата и кулак. Ясно. Ведьма пошла направо, она на касании. Дамониум пробит. С ультой, да, по-моему, бегает. Читер. Опа, нет. Только пробился. Ух ты, я влетел в ульт. Нормально, весело так. О, это они ее даже не разменивали, понятно. Ага. Я так и знал, что побежи за мной, массакра. Не успел блок. Почему-то блок как-то срабатывает. Блин, задержку в секунду не меньше. Да надоел. О, спасибо. Куда теперь ты-то пошел, родной? Домой не у накасания в центре. Да я с ним воюю тут. Ага, забрал ее. Нету ничего. Сейчас, секундочку. Да, блин. На, все, что было, все выкинул у него. А, не скинул. Блин, обидно. Хотел контр скинуть, не получилось. Забрал меня массакра. Да не нажимается блок вообще никак. Вообще, хоть не знаю. Вот я про такую же фигню. Блин, не поймал. Зараза, не жмется. Дамониум на касание справа, да? Ай, дожжёг меня, дама, да. Он ушел наверх. Угу. Ну, он там, да, на тычку, по-моему, не больше. Может, будет бегать. Блин, поймала меня. Видимо, и двою тут сразу. На касании. Блин, нет, ничего, не могу помочь, ай. Блин. Там они все на касание. Вообще на касание. Блин. Нету Бить. Ничего, сейчас меня будет забирать. Заберете кого-нибудь, нет одного, успеете? Не знаю. А то я сдохну. Все. Ай, хорош, попались на лужу. Сами попались. Ну, ребятки, если слышите нас, извините, сами виноваты. Потная. Мы не виноваты, а сами, да. Ой, ужас какой. У меня тут даже астма обострилась. Так, что, она закончит билеты? Да, последний бой идем. А, у меня, да, я-то один бой сходил, пока вас не было. Сейчас я куплю билетик. Окей. Все, купил. Так. Ой-ё. Что-то гудбай зову. Голова в облаках. Гудбай, блин.
Но тут мы более-менее забираем ульт у Сатору. Ну и хорошо. Даже в 3-3 иногда получается. Да в Т3 это вообще, я не знаю, для меня это просто непонятная вещь, это непредсказуемо, непонятно, что творится. Да. Можно одеться и 27, как бы, сделать по БМу и лупить селямников. Просто. Да. Режут так, что охренеешь. Я думаю, что даже Нексон сами не очень понимают весь баланс в 3-3. Я тоже думаю, они... Как они не понимают по поводу этого... Ой, подкинули меня, блин. По поводу крита, шанс крита и критической активации, и то же самое это здесь. Так, меня пробили. Все, уже завалили. Хилка внизу. А, нет, сейчас он возьмет. Нет, я взял. Ой, хорошо, держит наверху. Хорошо, Сатори, иди в пень. Ну, и чё, куда ты? А, и сразу включил лужу. Заберут меня? Вдвоем дожди. Давай меня. У них ульт. Да тут книжки меня, ты что, ты с ума сошел? Дядя. Достали с этим подскоком, блин. Нифига не поймать их. Во мне ульт, да? Угу. Ну что-то опять не туда идет. Так, аккуратно. А, блин. Ну что это, они разошлись-то? Ну, они сильные. Че? Я сейчас сам, да нет, я сейчас сам лоханулся, сам палец туда включил. Hello. Да что такое? Я отдохну как этот, как муха. Я тоже. А кто как? Кто с кем? Чё бегает? Чё там у вас? Я сейчас пойду, Сафарчик, с тобой и с Мишей. А Лёня пойдёт с Робом и Гелей. Ну, 2-3 минуты, не знаю, 5-4 я загрузил. Да, 2 минутки. Сейчас мы тут в косарь проиграем. Нифига мы не проиграем им. Сейчас мы их сделаем. Кому проиграем? Мы проиграли. Ой, да у нас сегодня много проигрышей, честно говоря. Ну куда кинул? А, меня потянул очень здорово сам. Ой, хорошо, заберет меня. Так. Есть шанс конкретно нас забирать. Двоих сейчас сразу. Ульта в центре выпускает он на размен. Второй сейчас будет ульт, можешь кидать. Так. Заберут меня стопудово. Ждет. Ай, поймал меня ульта. Блин, все, меня забрали. Ну да. Меня, да. Он забрали, меня так думал, на размен с ультой будет. Угу. Ну и ладно, ничего страшного. Так. Да? Дают. А, ну да, там да, всякая фигня падает. Вот именно, я открывал, у меня там что-то тысяч их было, короче. Ну дофига там, надпал костюмов. И хоть да. бы один попал тот, который мне нужен. И S++ попадает, всякое говно, которое мне вообще не надо совершенно. Ну, как бы разбирал больше. Думаю, ну смешно, прям издевается. Нужен один какой-то S-ный костюм там найти, примерно шмот какой-то. Мне не дает, принципиально. Ну ладно, не судьба. Надо было твинам открывать, наверное. Ну, кстати, логично, да. Лучше твинам. Так, у Авалона мы не отберем ульту. У Пейсингбая тоже. Не поймал. Плюс. Ай-яй-яй. Не скинулся, как же. А я лужу кинул. О, так, Авалон. Да, у них и меня. Но на касание ведьма ушла. Пустая. Направо. Вообще пустая. Сафара, ты скидывал, да? Наверх пошла ведьма на касание. Я, конечно, тоже активированный. Вес активирует. Они, мне кажется... О, меня первым забрали. А, это виза этот. Нет, не первым. Сафар кого-то сначала забрал. Да? Оп, да, у меня ульта. Я подожду. Очень хорошо. Такс. Ну, падай давай, не хочет. Скинула Авалона. Попробую зайти на ульту. У меня. Да, сейчас да, подкину. Ага, я поймал. Блин. Так, ульт ушел в Авалона.
Меня сейчас заберут. Ой, нет, меня внизу только пробили. Сливка, внизу сливка. Ага, на низ побежал. Алис, беги, прикрой, Алис, попробуй. Спасибо. Забрала? Нет. Ай-яй-яй, сейчас заберут. Ну ладно, ничего страшного. Бегу на центр. Так. Ульт будет у них, нет? Да, надо да. Ульт у них. Не отдавали? Да, нет, у них ульта. А, вижу. О, только я отдали. Не посмотрел, у кого была. У Пейсинга, у Берса. Ага. Что-то он фул. Спасибо. Да. Ассисты подкинули. Они там на птичку вдвоем. Так. Ну, я не пойду на ульт. Я нулевая. Ой, какое у меня заметло. Блин, поймали меня. Вдвоем. Ну, я думаю, тоже. Даже если мы три раза еще все умрем, то все равно счет будет в нашу пользу. Оп. Ай-яй-яй, а баба помер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Есть сразу, а вы думаете, вот такой пинг. Ох. А что, без кристалла стал, да, Гереги? Нет, оно, знаешь как, это был лаг такой небольшой в пятницу, ну, якобы там... В среду, да. Билеты не заканчиваются, но кристаллы у тебя снимали. Мы потом проверяли. Кристаллы все равно забирали. Просто было удобно, что не надо было выходить, покупать, как бы, просто нажимаешь продолжить, и все, и пошел. Сделали так, как бы... Ну да, так было как бы попроще, да, чтобы не бегать, не прыгать, не скакать там. Да, было, конечно, значительно быстрее. Угу. Ай. Кому вы выиграли? Тем же самым. Бред? Как? Бред? На верх. Я, знаешь, Сафар, я с основными языками вообще на вы. Там в наушниках, папа не... Хеллоу, Костя. Костя. Хеллоу, Костя. Так, я так понимаю, это еще и бегунки. Ах ты! Не, ушел с моста, я тоже там хотел скинуть. Костя, иди, пожалуйста, занимайся своими делами. Дорогой мой. О, Лучка, молодец, ультовик. Да. Да, Бетельби, она... Ой, ты что сейчас собираешься? Ну ты его кушать. О, Лучка, молодец. Не разрешали прошлое время, слышали? Так, меня активировали. А что там с Робертом? Костя! Ты что, вообще, что ли, а? Ты что нутеллу пришел есть? Ты сегодня приседал? Отжимания делал? Ты мне для чего купил нутеллу? Я ультем. Она пробита полностью. Я с утра буду есть. Масечка, ты так сильно нас отвлекаешь, котеночек. Да вообще не говори. Ну, бегунки-то, блин, а? Угу. Да, бегунки. Вой тоже активируй. Забрала. Ой, мне даже ассисты не дали. Как так-то? Ох, его еще и телепорт, вот там. Ах, зараза какая, а? Так, вроде бы Берс на касании. Ай-яй-яй-яй. Ульт ушел. Да, блин. Да слушай, что это, я не понял. Что так смешно как-то. Да, сложно с бегунками. А, да, они еще и бегают просто так. А я буду кого-нибудь убивать, интересно, сегодня, нет? Так. Не забрать у нее. Угу. Ну пусть она ей подавится. Опа! Забрала. Забрала? Угу. Отдала, правда, куда-то мимо вообще. Поймал Берса. Опа, все кончились. А у меня брутал, ну конечно. Бегу, Сафар, тебе бегу. Ай-яй-яй. Ульта мимо. Ай.
Ну, тут, в принципе, можно и не резаться. Ну, внизу сейчас меня заберут, они втроем тут. Так. Забрали. Да, на центр пошел. Ладно, нет, не на центр уже, куда-то свалил. Сейчас заберем, сейчас. Вот, сел. Не пойму, бегают туда-сюда. Сколько? Раз четыре сдох? Нет, три. Ну, ладно. Так. Бегают как эти. Да не, нормально, просто да, долго из-за того, что бегали очень много. Угу, угу. Такс. Такс, такс, такс. Ай-ай-ай. Алиса, то, что я тебе писал вчера, не помню когда, ты не смотрела, ничего там, ничто не выложили еще? Нет, сегодня смотрела, нет, ничего. Не было, да? Mm-mm. Ага. Странно прям. Кому вы там опять проигрываете, Лёня? Тем же самым. Нет, ну как бы он выиграл у нас, и причем два раза выиграл, я думаю, что выложит. Ну, там, значит, кому-то там... К тому же, кому и ты проиграла, Алис. Кому-то там еще. А кому это я проиграла, я не помню. Сукуя. Сатору. Сатору. Ну ладно, он красавчик, ему можно. Опять ну, не хочу я с ними, они бегают, блин, да ну их. Да, очень скучно, когда да, бегают. Да, неинтересно даже как-то. Ну, у нас, кстати, Сафар специалист по тем, кто бегает. Да? Он добивает Сафар, давай, там, включает ауру и спокойненько так жух-жух. Попробую поймать тебя кого-нибудь, а что ты там сжег на адском огне. Эх ты. Вот бегу, бегу, бегу. Так, подкину. А ульта я кину туда, лужу. Но ульта у них. Ну, пусть балуются. Во мне. Тебе, а у кого была? У Берси или у Лучки? У Лучки опять. У Лучки, да? Так. Хилка. Хилка есть внизу. Нужна кому-нибудь? Не-а. Ассист. Ладно, тогда заберу сам. Отлично. Я сделал в воздухе ему 3-4 удара, а ты ему одним шариком, и все, он готов. Забрала? У тебя? Да. Ага, все, я вот, понял. Отдаю кого-то. А, притянул да меня. Да что ж такое, ты такой. Смотри, а? А, да не пускай, скинуть я, вообще я сегодня скинуть, никого. Вообще. Да я сам, дурак, подошел на его ауру. Зачем? Налево хилка. Так, тут опять он на касание, вот, все, все отдал. Блин, сейчас пойдет налево, заберет хилку. Не пошел. Сафар, успеешь добежать налево, нет? Ой, во мне ульта. Все, я понял, все, видел, вас забрали. Угу. Нифига, тут вдвоем на меня налетели, заберу сейчас меня. Ой, троем. Звери. Сменили тактику. Угу. Ну ладно. Теперь будем по-другому. Оп. О, как. Не усп... Я даже не успел прибежать. Такс. Снизу, по-моему, на спидах идет. Не то нажал. Вообще не понял. У меня. Отдаю двоих, я там, хорошо. Я там накидала всякого говнеца. О, прекрасно. На центр. Поймаю, попробую справа зайду. А, нет, вернулся. Берс. Сафаром с тобой. Я иду. Бля, подкинул меня лучка. Эй-эй. Не дала к тебе прийти, Сафар. Ах ты ж. Ох, забрали. Один вот остался. О, Сафар, да, молодец. Не хочешь погибать? Молодец. А, все, как раз хотел сказать, не хочешь погибать, заберите кого-нибудь. Отлично. Ох, вот красота. Вот это вот просто стабильность. Да. Ну вот разве это не красота? Вообще, да, Сафарчик, больше молодец. Больше ничего не могу, 2-2-2. Ну, ой, да, да ладно? Прибедняется он. Вот теперь... Начинаю. Я размяка был у меня. Все, ты этот размялся, да, как говорится? Не, мне звонили. Ага, ты был занят. Я понял. Да. Я особо не играл. Я просто треснулся и на кристалл не треснулся. Я понял. Ну, давай. Сейчас. Мочи со всех. Всех замочим сейчас. Ты мне там оставь хоть одного, чтобы я так просто подошел, допинал там, не знаю, и убежал. Дайте нам какой-нибудь Энфер, Менфер. Он как разыгрывает.
поругался, смотри, вообще разошелся. Нормально так, да, вот такие заявки. Тем сильные игроки, я аккуратно еще играю. А если в слабых, я расслабленно играю, вот побольше сдохну. Ты, короче, играешь без интереса с ними, да? О. Ну, затмение. Ну. Затмение. Нет. Это не интересно. Их просто сожрем и просто. Ну, я и говорю, вот как так разработчики делают? Ну как так могут попасть, а? Ну сколько у них, наверное, 40? Да, конечно, вообще, ребята, бедолаги, слушай. Ну, это неинтересно. А им по-любому обидно. Ну да. А мог, кстати, сейчас и очень сильно больно нас бить. Ох ты ж. Красавцы. Кого вы там сделали? Ну да, бьют-то неплохо. Ух. Вот Сафар бегает там. Сжигает всех. От него убегает со всех ног несутся. Так, меня забрали. Да, ты вар. Какой-то. Второй раз уже вар треснулся. Ну зачем? Жалко. Честное слово, жалко. Да не, ну конечно, если тут разница по БМу колоссальная. Не то, да, это. Ой, ух ты, я даже попал в сагментацию, что ли? Куда ты кинул-то у меня, блин? Ай-яй-яй-яй. Вообще непонятно. Ой, на касании было, я сам как-то умер. По глупости. Кто там на спидах пришел? Ой-ой-ой-ой-ой. Ох. Сафар, вставай. А, я попался. У меня магистр второй раз поймал и убил. Нифига. А Сафар еще, по-моему, ни разу, да, не умирал? Да, он бегает, улыбается, видишь, смеется над ними, блин. Короче, издевается он над ними, видишь, что делает. Ну, они же не виноваты, что у них БМ такой, да? Ну, конечно, конечно. Ноль нет, сколько у него смертей. А, нет. Нет, нет, два раза погиб тоже. Да, Роберт, красавчик. Ровно по нулям. Ну вообще огонь, по-моему, еще ни разу не проиграли. Замечательно. Ну. Я не про первый час. Я понял, когда мы с Сафаром. А мы первый час сколько проиграли? Два? Первый и последний, по-моему, как минимум. Первый бой точно проиграли. И, по-моему, да, последний проиграли. А вот между ними проиграли ли мы, я не помню. А, нет, вру. В середине мы тоже проиграли. А Иванов... Да, три раза, вот, в середине. Первый. В серединке, когда я сделала 0-0-4. Это с Ивановым было. И последний с Сатору. Что за красивые цифры 0-0-4? Да, жесть, я очень старалась. О, тут тоже опасно. Нам. Что, она еще ведьма пришла, что ли? Да, теперь с ведьмой. Ну, магичка играла вот позавчера. По жопе. Кракен Хитлинг Холмс. Ну вот, один беж вообще хорошо играл. Они на пробивы. Пробил, да, мне говорят. Никак, слушай, вообще, ну вот золоченый просто, вот знаешь, хоть продай его, вот просто не пришей его, понимаешь, в одно место рукав. Сейчас, да? Не поймал, попался. О, вдвоем слетели мы с Сафаром, вот это нас поймал. Ой, еще мы-то, наверное, не отдавали, да? Вот просто, очень красиво, да. Не нужен, вот, ну вообще не нужен. Да, да. О. Так, активировал я ведьму. Ну, мы с Сафаром еще, кстати, у нас... Я в ульте. Ну, вот, я тоже на ульту улетел.
Там все на касание. Ну, куда-то у меня не в ту сторону, вообще стрельнул. Ну, еще забери меня, давай. Нет, вообще ты не же в ту не сторону пробивался. Стреляет. Что такое? По идее. Вы же слетали. Должно бессмертие сработать. Да. Но у меня бессмертие сейчас сработало. Ай-яй-яй. Я добежал. Называется добежал. Да, поймал меня. Справа хилка, Сафар. Слева. Я забираю, потому что бегут. Так, ульта у них, они, по-моему, еще не отдавали. Да, я двоих забрал, у кого там осталось? У этого, Берса. СВ Аллоу. Не, не Берса, скорее всего, наверное, может, у этой, у ведьмы, я не смотрел. Нет, СВ Аллоу кто? Я не знаю. Не знаю, что за персонаж. Вот он, по-моему, здесь с ультой внизу. Сейчас меня заберет. Аллоу, да. Молодец. На размен идет наверх. Да. Вот он ту выкинул. Снизу. Ну, по-моему, он там не особо такой и сильный. Ну, не сильный, а у него там хп не особо-то много. Надо Сафару направо бежать. Еще и котрит. А, ну все понятно. Наверху. Хорош, держим. Аркомбо. Давай. Ну, тут я ничего уже не могу поделать. Аналогично. Ах ты, массакр, меня в ту отдала. Прикинь. Это Оля, Оля. Сучка, ты крашена. Так, ульт отдали, я смотрю. Ага. И всех. Они на касание. Да, я понимаю, только они перебегать еще начали. Ну, конечно. Осталось 10 секунд. Отлично. А я пустая абсолютно. А. То же самое. Роб, how are you? Нет, Сафар забрали. Ой-ой-ой. Ну, прямо не на кого не играли. Но у них вот больше вот этот вот наверху Берст, он убил. Пингол у нее даже очень. Игра пошла. А остальные как-то больше бегали, мне кажется. Ну вот эти два Берст, вот забрали, по кругу просто бегает. Да. Поаккуратнее. Откатили скиллы, бабахнул. Молодцы, пусть порадуются. О, засранцы. Давай побыстрее еще раз попадут эти. Ну просто нужно чуть, да, аккуратней. Не, нас ведьму портал поймал, а бежит притянул. А так он сам не поймал, да. Да, я тоже на уголок поймался на это. Задача минимум. Это колесо-то увидно. Нас достанил, да, и без вытянул сверху. Эх, не попали. Тоже ну, нормально. Да, это, эти ребята тоже крутые, очень. Конечно. Ну, три Берса, смотри. Олеска, ты у них заберешь ульту? Попробую, но не факт. Не, ты спокойно заберешь. Да. Этих точно надо. Если меня пустят, потому что берсы мастерски, конечно, от ульты так отбрасывают. Где ж ты потянул меня, гадина? Ну давай, активируй, ну, активируй уже быстрее. Так, там есть пробитые. Да мы все как бы уже. Мы все пробитые. Ты тоже. Я никого не могу поймать со своими вонючими. Меня заберет. Своими вонючими кулаками, бесполезными вообще. Да ты как так-то? Да я вообще вот только-только появился, он сразу меня... У Холмса. Да вы что, издеваетесь, что ли? Нифига. Не сработало ничего на нем. Все, с ультой. Блин, он еще и не упал. Да, жесть. Вот это везуха. Слушай, достал ты меня уже. А, это Холмс. Какая невезуха. Она тоже так же наверху держится. Да как? Хороший. Позволяет. Не а. Только активировался, нифига. Активировался. У берсов теперь новая тактика. Бег поверху. Ага. Обратно улетал внизу.
не станется еще, а ты хоть тресни. Он на тычечку убежал. На тычечку. Да надоел ты мне уже. Видишь, мне не нравится сафарчик. Я провела эксперимент. Да, третий берс. Я вообще помню, как он... Ой, блин, хилку взял. Давай, давай, минутку. Ну куда побежали-то бегунки? Ну сейчас прибегут. Так, я на улицу не пойду, мне не забрать. Холмс до касания. Лужа есть? Нету. Ай-яй. Доктор Драйвай. Сверху там двое на касание. Угу. Да, одного забрал. Одного забрал в центре. Да, блин. Так. Сейчас буду зловить. Семь секунд. Ай, нам один килл не хватает. Почему? Блин. Мы выигрываем. Ну, да, вот. Я вижу. И вот еще. Ну, хотелось бы как бы заранее, да. Так, все, да, отлично. Ух. Четыре вот. Раза, говорю, мне три раза. Они поймали воздух и все сразу. Пум-пум, все это фаерком и разобрали. О, очень это грёбаный. Сложно. Кто кракен, что ли? Он кракен, все время не бежит, как тупой, блин. Так, с голоса сегодня не будем второй час выкладывать. Конечно, инфером и пасту, он ульту не заходит. Он 100% уверен, ульту у них все время. Он просто добивает, как Миша. Миша, который хулиган. Он продал, кстати, аккаунт. Наконец-то. Да. Почему? Долго продавал? С марта. Ух, нифига себе. И я тогда в чат кинула, ну, мол, типа, ха-ха, до сих пор продает. А Сульмехас мне пишет, о, я куплю. Я говорю, ну и зашибись. Говорю. Я так-то не специально, то есть это был не пиар. Ага. О, вот это серьезная пачка. Да тут один атлас только замучает, уж не говоря про другие. Они ульту забирают, это пинга, ракас, это берс. Да. И Тора у даже них просто у адская. Даже у Иванова забрали этот бирс. Вот это Драксен, что ли. Даркстрем. Мы маме миллион проиграли. Да вот смотрю. А кто такая жестока? Крыса. Яна, что ли? Нет, я имею в виду, что почему играет мой-то как крыса. Почему мой-то не сработал, нифига? Да. Берс крыса. Мы так, очень были удивлены. Я его накидал, тут всякой фигни, блин. Ульта активирован. Ой, ты с контра у меня ябло скинул. Ну, а ты, кстати, в любом случае уже ловишь. Откуда? А скинули еще меня? И меня Ульта. Скинули, и меня. Да? И меня сейчас еще раз скинут. И меня. И меня возьмите с собой. Вообще... Ой-ой. Миша, пропадаешь. Сафар, меня слышно? Да-да. Ага, у Миши, значит. Отлично, зову. Так, но тебя пока нет в игре. Ведьма только активировался. Ну да, вот она у них самая жесткая. Остальные-то не такие. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, какой плохой бой. Отвратительный. Миша отключился, походу. Читер перешел на ведьму? А что там за никнейм? СВ-читер. Нет, это этот. Силецио бывший. Кто? А, это Саша, который Картада, который Булапи стукнул. Который Булапи стукнул? Да, который он сказал Булапи, что... Я не понимаю, почему у меня на атласе половина не работает. Вот именно на нем. Миш, ты пропадал весь бой. Да? Угу, вот мы только сейчас тебя слышим. Угу. Они с пробивом бегают. Явно, что топор снимает 90%, 60%. А я полный приказ, ничего, им по барабану.
Сейчас меня слышно? Да, слышно, сейчас хорошо слышно. Ну, а у тебя голос такой железякой стал. Как бы все навыки, как будто в какие-то кусты непонятные. Ну, у тебя, походу, просел и нет просто. Потому что у тебя такой голос стал андроидовский, такой... И все. И тишина. Да ладно, ничего страшного. Они реально сложная команда. Вот, так что... Ну да? Угу. Молодцы. Пусть радуются. Ну и тут, конечно, вот стопудовое использование полуавтора. Вот тут вообще. Оп. Они же. И еще раз. Давай проверим еще разок. А что это он научил играть Атлас, что ли? Да, он рачил просто только так в 3-3. Он отбить не мог вышку. Ему Даркстрём сливал. Нормально. Как тактику будем менять, по-другому будем теперь. Это грёбаный ведьма где? В центре. Меня пробивает она с трёх шаров. С трёх. О. Ульту кого? Я отдала. Ульту уже отдали. Отдали ульту. Отдала в Федь кого-то направо, там. Пошли. Есть пробитые? А? Ой-ё. Как же она бесит меня. Господи. Ну как так-то, блин? Да. Еще не сдохла на ведьму? Активирован. Ведьмы еще нет, и берс активированный. На ульту они пойдут сейчас. Забрали? Атлас пробит. Нет, он с ультой. Живи, он пробит. Живи, живи, ага. Живи, молодец. Не могу. Я потому что тоже на касании. А, не дал мне хилку взять Атласа. На спидах прибежал. Сколько снимай? Да жесть. Просто жесть. Where is my shadow? Ты 51 завлекает, второй тащит. Ну, давай, боже, конечно, поколоти меня. Блин, надо, короче, может, по-другому с ним делать. Даркстрём на касание. Забрала. Там чуть-чуть, берс чуть-чуть. Я второй? Блин. Да надоел подтягивать, слушай. Как он карту-то, не пойму, увидел меня. Я в ульте, но они на меня выпустили все свои скиллы. Ведьма просто бьет из-под тяжка и убегает потом. Угу. Вот ее надо ловить. Ага. Блин, не поймал. Даркстрём на касание наверх пошел. Да, сейчас они прикрывать его будут. Атлас отдал ульту. Ага. Куда он пинг отстал? Ай. Ну я его у меня, ну блин, скилл не прошел. О, красиво. Одного. Ну ничего, ничего. Ну уже лучше, уже лучше. Не пускает, но ульту не пускает. Нормально. Как-то капнул, как-то кумбеду. Вообще не сдохнет, вообще. Как будто у нее пофиг.